Пользователи сети возмутились поведением ведущей Ксении Бородиной после смерти ее отца Кима Мойва. По мнению строгих критиков, она не должна была так скоро возвращаться в Инстаграм и публиковать селфи. После борьбы с тяжелой болезнью отец Ксении Бородиной Кима Мойв ушел из жизни в возрасте 78 лет. Поклонники ведущей ринулись на ее страничку в Инстаграм, чтобы из первых уст услышать о переживаниях этой личной трагедии. Однако тут их ждало разочарование. На протяжении суток звезда не опубликовала ни одного сообщения. Некоторые не на шутку перепугались из-за исчезновения Ксении Бородиной, ведь она регулярно рассказывала о своей жизни в сети и делилась буквально каждым своим шагом с подписчиками. Однако опасливое ожидание продлилось недолго. Звезда обновила свои фото. На своей странице она опубликовала селфи из автомобиля. «Зонт под дождем, зонт под дождем, зонт под дождем», лаконично подписала она. О смерти отца она не обмолвилась ни словом. Подобный подход возмутил некоторых поклонников ведущей. Публикация от Ксении Бородина, собака Бородилия, 19 мая 2018, в 7 часов 50 минут по часовому поясу PDT. Строгие критики сочли, что подобное поведение показывает недостаточно сильную скорбь Ксении Бородиной по умершему родителю. Когда близкий человек погибает, а ты в интернете, значит, это не искренняя любовь к этому человеку была. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Ред выразил уверенность один из комментаторов. Публикация от Ксении Бородина, собака Бородилия, 2 март 2018, в 4 часа 53 минуты по часовому поясу PST. Отметим, многие подписчики Ксении Бородиной решили поддержать ее в эту непростую минуту и обратились со своими соболезнованиями. Да не нужны ей ваши соболезнования. Когда он умер, она хохотала и выставляла веселое фото. «Такое чувство, что вам его жаль, ей вообще пофиг», выразил свое мнение один из пользователей сети. Публикация от Ксении Бородина, собака Бородилия, 14 мая 2018, в 12 часов 13 минут по часовому поясу PDT.